Здравствуйте. Говорят, что в нашем календаре много праздников. В общем-то, так оно и есть, но только раньше эти праздники были не для отдыха, а для работы. Вот возьмем, например, номер тагильского рабочего от 18 марта 1944 года. «Товарищи, приближается день нашего светлого праздника, 1 мая, день смотра могущества народов СССР. Мы решили ознаменовать встречу праздника новыми трудовыми успехами». Так призывают к новым перевыполнениям планов трудящиеся Уралмашзавода. Они обращаются к другим трудящимся Свердловской области. В частности, они просят сдать к 1 мая сверх плана одну колонну боевых машин. Тагильчане тоже готовятся к весне и к 1 мая. Пишут, что было отремонтировано силами населения Нижнего Тагила 35 тысяч погонных метров тротуаров, дорог 57 тысяч погонных метров, посажено зеленых насаждений, кустов и деревьев 88 тысяч штук, а также отработано на строительстве трамвайного пути 12,5 тысяч человека-дней. Во все времена люди любят острые эмоции. Чего-нибудь испугаться, сказать «какой ужас» и понять, что ужас-то на самом деле не с нами и где-то далеко – это любим мы все. Но если сейчас для острых эмоций у нас существуют программы про криминал и аварии, то 60 лет назад для этого служили сводки международных новостей. Вот, например, пишут: «Сирийская общественность выступает против вовлечения Сирии в военный блок, ураган на юге США, высокая заболеваемость туберкулезом в Японии, забастовочное движение в Англии. А в это время у нас тишь да гладь да... Лекция про 10-й съезд коммунистической партии, который состоялся еще аж в 21-м году. Как всегда, самые лучшие новости – это отсутствие новостей. Эпоха Хрущева известна своей борьбой с религией. До падения Никиты Сергеевича еще остается несколько месяцев, и поэтому атеизм – модная тема в газетах. А вот что пишут про христианский праздник Крещение. «Знаешь, шаманят они там в церкви ловко, да и вся обстановка такая, что кто не понимает всей несуразности, да если он еще и в подавленном состоянии, то и на самом деле уверует, если только его не затискают так, что он в себя придет. В общем, ловко и прибыльно». Кстати, тут же отмечается, что на праздник Крещения собирается столько желающих получить святую воду, что не выдерживают бетоны, мнутся, ломаются. То есть война с религией все-таки еще далеко не закончена.